23 ноября мещанин Кутис заявил полиции о краже у него из часового магазина, находившегося на Москотельной улице, 10 штук серебряных часов, стоящих 130 рублей. Надзирателем сыскного отделения был произведен розыск, который дал свои результаты. И об этих результатах мы вам сегодня расскажем. О них и не только. А мы путешествуем по Москотельной улице, которая вот-вот превратится в улицу графа Льва Толстого. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».